Моего прадедушку зовут Кочанов Федор Артемович. Он родился в Саратовской области, Аркадакский район, деревня Молоденки. Он там жил и всю жизнь. А потом, когда в 1943 году его забрали на войну. И там произошла ошибка. Там была поставлена неправильная дата рождения, и решили, что ему уже 17 лет. А ему было всего лишь 16. И он приходит и говорит маме: «Мам, а почему меня забирают на войну? Мне же всего-то 16 лет». А мама говорит: «Чу, что молчи, там лучше знают, кого забирать, а кого не забирать». И вот его забрали на войну. Его отправили на Дальний Восток, в Маньчжурию. И он там был минометчиком. А потом, в 1945-м, закончилась Отечественная война, и многие начали возвращаться домой с фронта. А его оставили воевать с Японией. И он там уже был кавалеристом. А вернулся он в 1950-м. И получается, он воевал не 5 лет, как многие, а 7. И у нас сохранились его ордена, фотографии и удостоверения участника войны, и военный билет. Но самое главное – орден Отечественной войны 2-й степени. Я не застала своего прадедушку, но мне о нем часто рассказывает мама и бабушка. Мы помним и гордимся им.